Елена Шабанова, пресс-секретарь парка «Роев ручей», у нас вот с такими маленькими питомцами. Да, я тоже готова их представить. Давайте, это вот этот черненький. Это вжик. Вжик. А, дело в том, что давайте сначала. Мы рассказываем сегодня про крысиные бега, которые пройдут в парке «Роев ручей». А, и вот этот черненький – это вжик. А, вон тот блондин – это шустрик. Вот тот блондин с серыми такими пятнышками – это пуля. И серый – это мой любимец, это Сережа. Может, мы пуля, я доставать думаю, по очереди. Победитель, да. Давайте. Нету интриги, пуля побеждает всегда или давайте как? Еще раз знакомим, вот это вжик. Это вжик. Это вжик. Вжик бежит по первой дорожке. Да, смотрите, они могут немножко тоже туда перебегать с одного места. А мы их не пустим, вжик, сиди смирно. Вы будете... Скажите, а это легально? Крысиные бега? Безусловно, все-таки. Это легально. Вот наши крыски-подростки, они сейчас проходят тренировки. Выбрали самых смелых. Знакомьтесь, это пуля. Пулечка маленькая. Так. Посмотрите, какая красивая. А можете чуть-чуть зафиксировать его над его беговой дорожкой, чтобы мы в камеру крупнее... Да, конечно. Ну ты просмотрел, вжик перелез. Вот это шустрик. Покажем шустрика. Вот какой маленький шустрик. Шустрик. С серыми пятнышками. Занимайте позицию. А знаете, у нас тут вжик и пуля уже на одной дорожке. И вот это вот мой любимец, серый. Серый? Сергей. 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 Да. Что-то, ну что? Что-то сыпется? Это опилочки, опилочки, это просто хорошо. Опилочки. Я думаю, Сергей волнуется. Нашим хорошо. Посетителям, которые участвуют в крысиных бегах, мы будем давать перчаточки, чтобы они, в общем, ну, те, кто боятся держать крыс, те, кто боятся, что они их укусят. Ну вот в данном случае вам придется... Ну, на самом деле, при определенных обстоятельствах и я могу укусить, согласен. Как вы понимаете, зубы есть. Мы да. будем. Ну, вообще, это ручные крыски, вы видите, я их держу в ручках, они любят людей, они любят, когда их тискают, любят, когда их гладят. Маленькие. Вот. Маленький вжик. Наши маленький зоологи вжик. Вот последние две недели тренируют. Вот сначала выбрали самых смелых крысок, а сейчас они их тренируют. То есть по утрам бегают с ними? 5 километров? Три раза в день их тренируют. То есть с утра, днем и вечером. Кладут сюда вкусности всякие, сырок, мясо и так далее. Сейчас побежим без вкусностей. Сейчас бежим без вкусностей, смотрим, как вообще. Давайте их по дорожкам, наверное, еще раз распределим. Давайте по дорожкам распределяем. Кого берете? Вжик. Пуля. Я за вжика, можно вжик? Я любил в детстве ЧПДЛ. Ну ладно, хорошо. Держите, подходите сюда, это ваш вжик. Это ваш вжик. Я хотел его фотографировать. А кто у нас вот с беленькими пятнышками красивый? Вот это у нас пуля, блондин бежевый вжик, такой. А вот серый с белыми. А вот это шустрик. Шустрик, хорошо. Я пока вжику делаю массаж. Разминаем, тренируем. А вот это у нас шибер. То есть открываем его, говорим на старт, внимание, марш, побежали. Мне кажется, как на дрэк-битве должна выходить красивая молодая крыска сюда и так с флажками махать. Гаечка. Поднимать. Гаечка, да. Так, у нас два тут уже соединились. Так. Так, подождите, они хотят поменяться. Ну ладно, хорошо. Ну что, готовы? А, подождите, правило такое. Можно за время, вот как они бегут, лишь два раза немножечко подтолкнуть своего питомца. А можно один раз подтолкнуть, но так, чтобы он добежал. Нет, только не толкать, имеется в виду, а просто так напомнить. Помните, потому что, товарищ, да, мы здесь да. не просто так, мы здесь бегаем. Чужим итак, тоже не мешать. Итак, окей. Все болеем за своего. На раз. Старт. Внимание. Марш. Сережа, побежали, побежали, побежали. Шустрик. Один раз. Пошел. Побежали, 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 побежали. Мой Сережа первый. Шустрик второй. Вжик побежал почему-то к Роману. Вжик бегает на длинной дистанции. Итак, вот это у нас победитель. Ты бедняжка, за тебя никто не болел, мне поэтому кажется, ты просто Елена, Елена знала, кто победит, поэтому сразу сделала ставку на Сережу. Да, я его тренирую, я прихожу и, в общем, и Сережа, у него какие корни? Ямайские? На самом деле, он и любимец, только потому, что это вот стандартная серая мышь, потому что стандартная. И хочется, чтобы люди поняли о том, что даже серые мышки, вот которых все не любят, они милые, хорошие. Посмотрите, какие еще бывают победители. У вас в руках бывают... они милые, хорошие. Но если на кухне такую ночь увидишь, то можно как-то иначе воспринять.